Гриф должен находиться на уровне глаз, а для постановки рук есть специальные насечки. Прежде чем новичок приступит к тренировке, объясняют правила безопасности. Тренер рядом для того, чтобы страховать спортсмена. И он напоминает о правильном дыхании. Отпустить можете? Попробуй сама. Выдох. Вдох. Все. Это гораздо сложнее, чем казалось. В тренажерном зале сегодня спортсмены по силовым видам спорта. Позади у них чемпионат Европы по пауэрлифтингу, который прошел 16 и 17 июня в Сочи. В соревнованиях участвовал и прекрасная половина. Алия Бекчурина занимается силовым видом спорта 2 года. С города Сочи привезла серебро. Ее рекорд 95 килограммов. Я уже пробовала и другие виды спорта, кардионагрузки, аэробные вот такие. Но все-таки попробовав именно силовой вид спорта, пауэрлифтинг, поняла, что он мне ближе. Я получаю от него больше удовольствия. Вот, и к тому же начала участвовать в соревнованиях. То есть успехов в этом виде спорта у меня как бы больше. Гульшат Мифтахова силовыми видами начала заниматься 2,5 года назад. Личный рекорд – 70 килограммов. В соревнования привезла 2 медали – золото и серебро. Конкретно соревнования, они как бы дают такой стимул заниматься. То есть я вот не просто прихожу в спортзал, чтобы там как-то, а именно для чего-то прихожу, чтобы потом в итоге что-то куда-то поехать, что-то занять для себя чисто. Начать заниматься пауэрлифтингом может каждый, но подходить нужно с умом, говорит тренер. Сам он мастер спорта международного класса по жиму лежа. Ну, начинать лучше с человеком, знающим, который рядом, это с тренером. Лучше всего человек, который прошел сам через травму. Все он знает, понимает, как нельзя, как можно. Чего делать категорически нельзя новичкам? Брать большие веса. Начинать нужно с малого. Еще один важный момент – безопасность. Этот вид спорта травмоопасный, для того и нужно делать все под чутким руководством, говорит опытный тренер Ришат Фаттахов. За плечами 30 лет стажа. Если все делать технично, никакой травмы не должно быть. В огороде больше получишь травму. Все упражнения должны, ну, движение, как по биомеханике прописано, так и должно проводиться уж тренировки. Если что-то неправильно сделал, естественно, травму получишь. Пауэрлифтинг – это жим лежа, становая тяга и приседания со штангой. Среди 36 команд наша заняла 4-е место. Представлять Альметьевск поехали 9 спортсменов. Из них 6 привезли 1-е места и 3 серебро. В абсолютном первенстве среди ветеранов тренер взял 3-е место. Маргарита Трегубенко, Ильнур Залятов, Новости Юго-Востока.